В Асбестовском мировом суде подвели итоги года. Так, в 2018 году было рассмотрено более 20 тысяч дел. Основную часть из них по-прежнему составляют гражданские дела. В минувшем году на 40% увеличилось число гражданских дел. При этом отмечается незначительное снижение числа дел об административных правонарушениях. Вместе с тем увеличилось число осужденных лиц за угрозу убийством. Немалая часть уголовных дел рассмотрена мировыми судьями в отношении лиц, которые привлечены к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. По-прежнему преобладающее количество среди рассмотренных гражданских дел приходится на рассмотрение заявлений о взыскании задолженности за коммунальные услуги. При этом возросло количество заявлений о взыскании задолженности с жителей многоквартирных домов за капитальный ремонт, преимущественно к жителям поселка Малышево. На прежнем уровне остается количество гражданских споров о взыскании с граждан задолженности по кредитным обязательствам, о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП. Снизилось количество исков, которые подаются мировым судьям о расторжении брака супругов. Немалая часть правонарушителей привлечена к административной ответственности за мелкое хищение, в основном алкогольной продукции в магазинах «Монетка» и «Красно-белая». Напомним, что за совершение мелкого хищения предусмотрено наказание в размере 5-кратной стоимости похищенного имущества, либо административный арест на срок до 15 суток. Если сумма похищенного товара составляет более 2500 рублей, то граждане рискуют быть привлечены к уголовной ответственности и впоследствии наличия судимости.